предложить общественную территорию для благоустройства. Такая возможность есть у всех жителей нашего города. Заречный вновь будет участвовать во всероссийском конкурсе проектов по обустройству общественных пространств, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По правилам организатора конкурса Министерства строительства Российской Федерации, проект, который направляется в Федеральной конкурсной комиссии, должен обязательно быть подготовлен и рассмотрен с участием жителей города. Для Заречного участия в конкурсе это возможность продолжать участвовать в благоустройстве общественных территорий и повышать уровень комфорта городских пространств. Для участия в конкурсе муниципалитет должен предложить федеральной комиссии проект, предусматривающий комплекс мероприятий по благоустройству территории общего пользования. Речь идет о пешеходных зонах, скверах, парках, улицах и других городских пространствах. Свой вклад в формирование конкурсной заявки может внести каждый зареченец. Все предложения горожан будут рассмотрены и вынесены на общественное обсуждение. Те предложения, которые поступили, проходить это обсуждение будет 21 марта в молодежном досуговом центре «Ровесник» в 17 часов. Там соберутся городские активисты, представители муниципальной общественной комиссии, и будет рассмотрен и обсужден тот перечень общественных территорий города Заречного, из которых нужно выбрать одну единственную территорию, которая станет как раз участником всероссийского конкурса. Предложения по благоустройству общественных территорий принимаются с 10 по 20 марта в администрации Заречного. При желании можно отправить свои идеи в письменном виде на почтовый адрес: проспект 30-летия Победы, дом 27. Сообщения также принимаются в электронном виде. Наталья Елистратова, Ильдар Абульханов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».